Я Ричард. А ты? Мэйр. Поприветствуйте мисс Леди Хоук. Почему тебя зовут Леди Хоук? За бросок в баскетбольном матче 25 лет назад. Ты настоящий герой! Надо же. Наверное, тот еще бросок. В любом другом месте нет. Здесь? Да. Чем занимаешься, Мэйр? Я детектив. Вот как? Ты случайно не прячешь трупа под крыльцом? Нет, пока нет. В полицию из Тауна поступило сообщение о мертвом теле, найденном в ручье. Найди подонка, который это сделал. Не найдешь, я сам его убью. Расскажи про отца. Он был мне как друг. Его не стало, когда мне было 13. Он был детективом. Но у тебя осталась мать. Мы друг друга не выносим. Ко мне вернулось это чувство. Как будто от меня ждут чего-то, на что я не способна. Мэйр, я знаю, что ты испытала. И тебя можно спасти. У тебя земля уходит из-под ног. Мам, мы не знаем, что будет дальше. Пересмотри дело. Копай глубже, ищи версии. Великие поступки переоценивают. Опусти оружие! Потому что их ждут от тебя постоянно.